которые начали делать то же самое, и я заработал в общей сложности 1500 долларов в первый месяц. На 8-й месяц мой доход, который постепенно и последовательно рос, за счет того, что росло количество людей вместе со мной, работающих в этой теме, дошел до отметки в 15 000 долларов. Итак, за 8 месяцев с 1500 до 15 000, только по одной единственной причине, вернее, по трем. Причина номер один. Продукт работает. Он нужен людям, всем, многим. Есть машина, нет машины, не имеет значения. Система выплат щедрая. Дело организовано хорошо, правильно. И третье, у нас есть система, которая позволяет любому человеку, молодому пацану, взрослому пенсионеру, такому как я, зарабатывать деньги, сидя дома за компьютером, используя интернет. Просто и быстро. В двух словах я скажу сейчас, как зарабатываются деньги, что надо для этого делать. Потому что у меня нет ни возможности, мне нужна доска, нужен экран, нужно время для того, чтобы все подробно рассказывать. В этом нет никакой нужды. Я просто скажу, сколько можно заработать и что для этого надо сделать. Как начать бизнес с компанией FFI? Как стать ее дилером? Дилер – это человек, который оптом берет продукты компании и организовывает сбыт так, как он считает нужным. Все. И компания за это ему платит деньги. Значит, у нас несколько видов дохода. И чтобы начать бизнес, нужно иметь такой дилерский бизнес-центр, я его называю. Бизнес компании FFI. Надо заключить с ней договор, все это делается в интернете, заключить с ней договор и приобрести, купить этот бизнес. Тебе дадут специальный сайт, в нем уже встроен электронный магазин, который ты можешь использовать, он твой. Там уже стоят все виды товаров, не только серии MPG для экономии топлива, но и автокосметика высшего класса, экологически чистая, продукты для ухода за домом, косметика, продукты для здоровья, то есть широкая линейка. Магазин, ты можешь продавать в интернете, у тебя есть бухгалтер, у тебя есть компьютер, система, программа, которая отслеживает все твои доходы, высылает тебе чеки, подсчитывает всех твоих людей, каждый процент с их работы тебе отчисляет. Короче говоря, тебе нужно купить эту машину и бизнес-машину. И что делать? А. Использовать продукт самому, чтобы знать, что ты не врешь, что это правда, что это классная продукция. Второе. Продавать этот продукт в розницу тем людям, которые хотят у тебя купить, не хотят заниматься бизнесом. Есть такие. И третье. Набирать таких же, как ты, дилеров, которые будут делать точно то же самое. А. Использовать продукт сами, чтобы понимать, как он работает и наслаждаться жизнью. Б. Продавать его в розницу и набирать новых людей. И так до бесконечности. Со всей этой цепочки людей тебе компания автоматом будет начислять деньги с их товарооборота и каждую неделю отправлять на твой кошелек. И каждую неделю ты можешь на свой кошелек, на специальную карту, которую присылает тебе компания из США, специальная карточка системы NXPay, и на эту карту ты выводишь деньги, приходишь в банкомат и снимаешь. И все. И живешь. Чем бы ты ни занимался, какой бы у тебя бизнес ни был, сетевик ты, учительница, пенсионер, студент, не имеет значения. Этот бизнес тебе поможет вырваться из финансового дерьма. 100%. Сейчас вы увидите результат. Для того, чтобы начать этот бизнес, я сказал, его надо купить. Цена на сегодняшний день бизнеса 30 американских долларов пока. Тот человек, который за 30 долларов купил себе бизнес с компанией FFI, попадает в систему обучения и подготовки. Его учат, тренируют и помогают ему зарабатывать деньги. Человек, который вас пригласил, становится вашим наставником. И он свой собственный опыт передает вниз. Все. Итак, когда вы покупаете за 30 баксов себе этот бизнес, у вас есть три возможности. Первое. Вы можете стать VIP-клиентом компании. Вы можете не работать, просто использовать продукт. Если вы будете его использовать, то обратите внимание, что произойдет. Эта бутылка стоит 29,95 в долларах. 30 баксов. 30 долларов для вас, как для партнера. Если вы его продаете вживую, вот человеку, то мы продаем его на Украине, в России за 60. Такая цена установлена. С учетом доставки, там то-се. С каждой бутылки вы будете иметь
$30, 100% подъем. Если вы будете использовать его как клиент просто, то здесь 236 миллилитров. Этим объемом продукта можно обработать, если грамотно, экономно использовать его, можно обработать до 2,5 тысяч литров бензина или дизеля. Если вы добьетесь экономии в 10%, то на этой бутылке вы можете сэкономить 250 литров бензина. Это считаем 250 евро. Если у вас будет экономия, например, как у меня, 20% в среднем, то вы сэкономите таким образом 500 литров бутылки, 500 литров топлива вот на этой бутылке. 500 литров – это 500 евро. За 30 баксов взяли 500 евро. Плюс к тому экономия на том, что все с 95-го-8-го бензина переходят на 92-й. Это максимальный вариант. Раз. Не надо часто менять свечи, выбрасывать катализатор и вообще восстанавливать двигатель, который стуканет или еще что-нибудь после некачественного топлива. Вот такая вот выгода, если вы клиент. Если вы продаете в розницу, то я уже сказал, с каждой бутылки вы имеете 30 баксов. Чистой прибыли. 100% подъем. Если одну бутылку в день продавать, а для этого надо поговорить вживую с двумя-тремя людьми, то вы за месяц продадите 30 бутылок. 30 бутылок на $30 – $900 чистой прибыли. Зачем работать где-то еще, если одна бутылка в день дает $900 прибыли? И самое главное, самые основные деньги – процент от товарооборота тех людей, которые вместе с тобой строят дилерскую сеть. Сеть всегда выгоднее, чем одиночная розничная продажа. Вы набрали в свою команду 10 человек, они повторили ваш результат, а те повторили ваш результат, вот у вас уже сотни людей. С товарооборота каждого человека вам положен процент. Они все, а, используют продукт, б, продают его в розницу, делают товарооборот, и в, набирают новых людей, которые входят куда? В вашу команду. Вот сейчас, без 20 минут 7, ровно через 20 минут мы разойдемся. Будет перерыв. После этого перерыва у нас начнется тренинг для партнеров, и на этом тренинге мы будем делиться теми секретами, которые мы наработали за это время, чтобы зарабатывать кто $10 000 в месяц, кто 5, кто 7, кто 8. Вот здесь есть люди, которые работают вместе со мной, ребята. Вот, например, не знаю, пришел этот человек, он будет выступать завтра, его зовут Роман. Я ему одному из первых рассказал об этом бизнесе. И когда я ему позвонил, он живет в России, я ему позвонил, говорю, слушай, Роман, молодой парень, мальчик 24 лет. Я говорю, слушай, есть бизнес, тема классная, тебе подойдет. И рассказал ему, что надо $30, он говорит, окей, я подумаю. Вот он пришел только, самолет опоздал, да? Да, ему можно похлопать, да. Короче говоря, он из Казани прилетел. Короче говоря, он мне говорит, что мне это интересно, но я подумаю, Олег Григорьевич. И ровно через неделю звонит, говорит, ну все, я нашел $30. Я думаю, что это такое вообще? $30 он нашел. Неделю искал. Бизнес начать. Как-то так про себя отметил. Ну, он нашел, и он начал. И он начал работать. А потом, через некоторое время мне стало известно, что он живет вдвоем с мамой, и что за 10 или там за 30 минут до моего звонка от него ушел судебный пристав, который описал все имущество, и в том числе последнюю ценность ноутбук, и что мама его много лет болеет, и он ее спасает. И последнее время он питается только рисом. И $30 проблема. На покушать деньги были нужны. Сегодня прошло чуть больше 7 месяцев, его месячный доход, он еще об этом будет говорить, за $7 000. Этот бизнес работает для него или нет? Отдал ли он долги? Помог ли он кому-то еще защитить свою машину, окружающую среду? И двигается ли он вперед? Я могу рассказать еще массу таких историй, но в этом нет нужды, потому что я сейчас хочу попросить на эту сцену всех. Поднимите руку, кто здесь денег заработал, хоть сколько-нибудь. Выше руки я не вижу. Оставьте всех, кто заработал больше $100. 300. 500, 1000,
Вот все, кто заработал $1000 и больше, бегом на сцену, музыку включи. Глеб, включи какую-нибудь музыку, быстро.